Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео. В этом видео я продолжаю разбор вступления к замечательной песне группы Metallica. Состоит оно, как я вам уже говорил, из двух основных частей. Каждую часть, в свою очередь, состоит из двух половин. Я вам показал только первую половину первой части. Давайте вспомним, как она звучит. Закончили вот на этом аккорде, третья на четвертом, четвертая на шестом и пятая на седьмом. Вот на этом аккорде мы с вами закончили вот эту первую половину первой части. Мы сыграли пятая, третья, четвертая. И мы начинаем вторую половину точно так же, как начинали первую. Шестая на втором, пятая открытая, шестая на втором. Шестая на втором, пятая открытая, шестая на втором. Шестая на втором, пятая открытая, шестая на втором. И дальше мы идем, опять зажимаем четвертую, третью на втором указательным пальцем. И пятую открытую, то есть это будет первый аккорд. Четвертую, третью на втором, зажимаем указательным пальцем. Играем точно так же, как первую часть. Пятая открытая, потом четвертая на втором, третья на втором. Потом указательным зажимаем еще пятую на втором и продолжаем им же зажимать четвертую, третью на втором. И играем пятая на втором, четвертая на втором, третья на втором. И у нас вот что получается, уже два аккорда. Дальше у нас пятая, мы зажимаем ее на четвертом ладу, а указательным продолжаем держать третью, четвертую на втором. Такой аккорд третий. И играем пятый на четвертом, четвертый на втором, третий на втором. Продолжаем держать третью, четвертую на втором и поджимаем к ним уже пятую на пятом. Вот такой будет следующий аккорд. Играем пятый на пятом, потом четвертый на втором, третий на втором. И вот мы уже дошли с вами вот до этого места. То есть вот самое начало вступления, шестая на втором, пятая открытая, шестая на втором, и дальше первый аккорд. Пятая, четвертая, третья. Второй аккорд. Играем в правой руке пятая, четвертая, третья. Третий аккорд. Пятая, четвертая, третья. И четвертый аккорд. Такие у нас аккорды. То есть все то же самое, как мы играли в той части. Единственное, вот эта концовка, она будет другой. Чтобы сыграть, здесь нам нужно зажать сначала мизинцем пятую на седьмом и указательным четвертую с третьей на четвертом ладу. Три струны. Пятая на седьмом и указательным пальцем четвертая с третьей на четвертом. Вот такой аккорд. Четвертый с третьей на четвертом, пятый на седьмом. И в правой руке сыграть шестая, пятая. И потом, когда играем четвертую, добавить легато третьим пальцем, ударить по четвертой струне, по шестому ладу. То есть сначала сыграли таким перекатиком, медиатором, шестая, пятая. И когда сыграли уже четвертую, ударяем еще по четвертой струне, по шестому ладу. Или лучше сразу пройти по всем струнам 6, 5, 4, 3 и потом сделать легато. То есть медиатором в правой руке нам нужно сыграть 4 струны. 6, 5, 4 и 3. И потом ударить третьим пальцем по 4 струне по 6 ладу. Потом играем 5, 3. Пятая, три, потом четвертая, пятая, третья, и опять четвертая, пятая, третья. И вот что у нас получается.
потом. Вот такая фраза. Ну, аккорд, естественно, мы держим. Третью сыграли, опять третья. Делаем легато по третьей струне, то есть когда мы сыграли ее последний раз, еще раз ее дергаем, опять ударяем третьим пальцем уже не по четвертой, а по третьей струне, по шестому ладу, и дергиваем быстренько, аккорд продолжаем держать. Дернули, ударили, сдернули. То есть дернули медиатором, я имею в виду третью струну на четвертом ладу. Ударили по шестому ладу, потом сдернули, она опять на четвертом оказалась. Такой легато. Медленно сыграем. Потом играем четвертую на шестом. Еще раз. И делаем легато по четвертой струне с шестого на седьмой. Ударяем по седьмому ладу. Вот эта фраза. Третья. Дергаем два раза. Ударяем по шестому, сдергиваем. Потом четвертый на шестом. Дергаем, ударяем. Третья на четвертом. На четвертом, на шестом, на четвертом. Четвертый на шестом, на шестом и на седьмом. То есть легато с шестого на седьмом мизинцем. И все, вот так у нас заканчивается вторая половина первой части. Обе половины. Дальше мы играем сначала первую половину, потом вторую половину, и потом еще два раза первую половину. Сейчас я полностью сыграю все это вступление до того момента, как включаются примочки и начинается уже такая электрогитара мощная звучать. Четыре части. Еще разок медленно и продиктую каждую часть первую. Thank you.
и дальше все повторяем, если хотите. Либо просто вот сыграли 4 части. То есть сначала идет первая часть. Ну, не половина, уже можно так частями считать. Первая часть, потом вторая. Потом третья такая же, как первая. И четвертая такая же, как первая. Вот такая схема. Вот. Ну, я думаю, с этим вступлением мы разобрались. Вот. Вы можете его спокойненько заучить, играть медиатором, может быть, пальцами. Играть его на электрогитаре. Как хотите, любым звуком. Вот. Уже не думай, на каких струнах я показываю. Или... Главное, что оно такое, как на записи. Большое спасибо за просмотр. Тренируйтесь, и у вас обязательно все получится.